мне говорят, все удивительно, и счастью нет преград. И мне так хочется ответить словами любви, просто кому-нибудь рядом сказать, как удивителен ты. Просто кому-нибудь рядом сказать, как удивителен ты. Здравствуй, дружок! Хорошо, что ты уже здесь, потому что сегодня я хотел показать тебе кое-что необычное. Смотри, это рамка с застежкой. Очень необычно, правда? Ведь чаще мы видим пуговицы на рубашке, а молнии на куртке. А здесь деревянная рамка. А ты умеешь застегивать пуговицы сам? А молнии? Давай попробуем. Ку-ку! Полдела сделано. А теперь попробуем застегнуть. Посмотри, я вставляю бегунок до конца. Ты тоже можешь потренироваться дома на своей одежде. Каждое утро я сам застегиваю пуговицы и молнии на своей одежде. Так я уверен, что все в порядке и находится на своих местах. Мне нравится все проверять и делать точно. Это помогает мне быть дисциплинированным. Ты знаешь такое слово? Дисциплина. Да, непростое слово. Но и быть дисциплинированным тоже непросто. Дисциплина означает контроль. Дисциплинированность – это самоконтроль. Это твой выбор в пользу того, что ты считаешь правильным. А чтобы понять, что будет правильным, нужно очень хорошо подумать и не торопиться с решением. Ты злишься иногда? А что ты чувствуешь, когда сердишься? Я, например, начинаю глубоко дышать. Вдох, выдох. И делаю так, пока не успокоюсь. Или же выхожу на свежий воздух, чтобы немножко проветриться. Стать дисциплинированным мне помогает занятие айкидо. Это такой вид боевого искусства, который помогает мне сохранять спокойствие и учиться управлять своим телом. Сейчас я как раз собираюсь пойти на тренировку в додзё. Пойдем со мной. Посмотри, это додзё, наш тренировочный зал. Здесь очень красиво. На полу лежит специальное мягкое покрытие, татами. Поэтому здесь можно легко кувыркаться и падать. Для занятий мне нужна специальная белая форма. Мне нравится кувыркаться и работать с деревянным мячом. Дисциплинированность проявляется в соблюдении распорядка дня. Всему должно быть свое время. Ежедневным занятиям, играм, домашним делам и тренировкам. Поэтому нам с тобой пора прощаться. Подумай, как бы ты поступил в такой ситуации? Например, когда у тебя есть важное дело, но выполнить его не очень хочется. Ты здорово разозлился на брата, когда он затеял с тобой маленькую драку. До встречи, дружок! Уверен, у тебя все получится, потому что ты удивительный.